После сейчас. Капуров. Часто нам пишут, что за нож такой, что и топора не надо. Друзья, но оно не совсем так. И у меня тоже такой самый ножик и топор надо. Я уже пробовал, ну, не получается так, как у Андрея. То есть кто смотрит просто и думает, что купит такой нож и пошла поехала, нет, оно все не так. Это уже проверено мной. Топор все равно надо и все другое надо. Тут надо, ну, не один год просто их почекрыжить, потом появится какой-то опыт, навык. А так, я тоже думал, вот у меня такой ножик, сейчас все так само. А кости вырезать, вот допустим, как сейчас затка, это просто для меня нереально. Вот так. Это надо знать всю анатомию. Свиную анатомию. А я ее не знаю, к сожалению. Поэтому, ну, не думайте, если купили ножик, все. Саня тоже так думал. Топор по-любому надо. На передние лопатки надо топор, а на задние не надо. Там ножом обрезается. Это я вам так вот скажу, как уже специалист. И также, друзья, мне много говорят, Татьяна, что ты сам не режешь. Я вам объясню, почему я сам. Я пробовал сам и не раз уже, и видео снимал, а есть такое, что и не снимал видео. И я вам скажу честно, мое мнение. Ну, я бы так не работал, как Андрей, я бы не смог бы так. Почему? Потому что тяжело очень. Тяжело. Да, на все тяжело, и на спину, и на руки, и вот так даже ножом вырезать, и у меня потом, если я вот так стал отрезать, у меня потом дня два рука болит, кисть руки. Ну, у каждого свое. Андрей строиться не любит, но любит свиней резать. А я люблю строиться, но свиней не люблю резать. Ну что не так, Андрей, каждую свои. Согласен. Поэтому и получается, что проще заплатил, результат получил и все, и занимается дальше своим делом, там, то есть реализацией. А если вот то я сам и то, то я сам и то, и я сам и то, все сам и толку, грубо говоря, не там, не там, не там. Не. А так все приоритеты расставлены, у каждого своя задача, у Андрея резать, у меня откормить, приготовить.
уже не продать, реализовать. Поэтому у нас и порядок в этих делах, и у каждого свой процесс. Андрей сейчас пока не держит поголовье, но планирует. Свое уже вырезал. Тоже говорит, неизвестно, что с кормами будет, с кормовой базой по ценовой политике, поэтому будем держать в курсе, рассказывать, показывать. Ленточки. Вот, друзья, примерно сало получилось. Ой, говорю, сало. Одна свинка, ну, грубо говоря, там плюс-минус 150 килограмм. И мы потом взвесим чуть позже сало и сколько всего со всей свиньи одного сала белого, простого. И сколько с мясом. Ну, с подчеревины. Просто, чтобы вы понимали, какой выход из моих поросят. Выход мяса. Андрей Чекрыжит, он знает. И говорит, твои свиньи — это мечта любого мясоруба. Не, а ти-то без этим, я же порубал ти. Че шо? По червину, так и все. Взвешу ради интереса именно по червину, сколько. Так, а? Килограмм до 15.
Всего будет, да? Или по червям? Нет, по червям. Ну, по червям у нас уж ценнее мясо. Вообще тонкая именно шкурка. Подходим, шкурки. Шкурки свиные.